Здравствуйте, гости, братья и сестры. Сейчас я нахожусь на территории храма Архисвятого Божия Михаила. Наша Ейская Тимошевская епархия, это вот центр, скажем, нашей епархии. И сейчас здесь вот съехалось с России, даже с Афона, приехали вот на эту выставку презентовать свои какие-то плоды, трудов. И вот также здесь происходит культурная такая духовно-нравственная программа. Вот если вы обратите сейчас, Баюшка поет, ну и также от наших благочиний представляют, рассказывают, чем живет епархия, также я буду за наше благочиние рассказывать. Вот такая здесь насыщенная, я вам поснимаю и покажу, что здесь сейчас происходит. Нужно рассказать в том числе о этом мероприятии замечательном. Вот меня сюда делегировали, чтобы в том числе поснимать и рассказать. Продолжаю вас знакомить, мои дорогие, возьмем гости, братья и сестры, с этой ярмаркой. Сейчас рядом со мной отец Валерий Логачев. Наверняка вы его неоднократно видели в интернете. У него такой подвиг послушания. Он несет миссию о Христе через свои песнопения. Ну, подойдите чуть ближе. Батюшка, расскажите в двух словах, откуда вы и ваш вот такой подвиг? Живу в Оренбургской области и служу в Оржской епархии Оренбургской митрополии, Покровский храм города Оржска. Но фактически по благословению сначала митрополита Валентина с 2010 года, потом, значит, когда приехал наш оржский владыка Ириней, меня благословили ездить по России. Называется концерт беседа «Спешите делать добро». И, в общем-то, со мной даже это не так концерт, как беседа. То есть песнями самые разные. Во-первых, я сам сочиняю, значит, около 70 песен у меня своих на чужие стихи. Не дал Бог таланта писать стихи. Пишу на стихи самых разных авторов, простых людей со всей страны. И пою песни те, которые сам люблю с детства, и народные, и какие-то эстрадные песни. То есть все зависит от того, какая сидит передо мной, кто сидит. Для того и пою. Значит, послушание такое, ездить, работать в православных ярмарках, организовывать культурные программы этих православных ярмарок. Вот благодаря таким концертам. Пою целыми днями. То есть я, если вот мне представлять место, я приеду с своей аппаратурой, и с утра до вечера, за исключением, значит, тех моментов, когда там молебны служат, какие-то еще мероприятия, я пою. Но для меня это жизнь, это просто я настолько уже вошел в это, видимо, такое служение. Мне это нравится. Спасибо, Господи. Ну, а дальше пару кадров я еще сниму. Я буду рассказывать о благочении нашем и чуть-чуть еще досниму вам то, что не успел. С Богом. Сейчас, секундочку.